Диоден в космо. Аппарат предназначен для проведения косметических процедур на лице. Может применяться в домашних условиях и в условиях косметических салонов. Процедура проводится только на очищенной от косметических средств коже лица. Обработайте электрод-манжету и электрод-маску дезинфицирующим раствором. Сухой салфеткой удалите остатки влаги. Положите электрод-маску перед собой декоративной стороной вниз и подсоедините провод. Выберите и откройте необходимую для проведения процедуры косметическую маску. Слегка увлажните кожу на тыльной поверхности предплечья правой руки. Закрепите аппарат на руке так, чтобы электрод манжета плотно прижимался к увлажненной коже. Достаньте из упаковки и наложите косметическую маску на лицо. Тщательно ее расправьте. Наложите на лицо и закрепите электрод-маску поверх косметической маски. Электрод-маска не должна касаться кожи лица. Присоедините провод, идущий от электрода маски, к аппарату. Включите аппарат кнопкой «Включение-выключение». Выберите программу кнопкой «Выбор программы». Программа питания. Базисная программа косметического курса. Способствует улучшению кровотока в коже лица. Усиливает усвоение активных компонентов косметических масок. Программа «Лимфодренаж». Обладает выраженным противоотечным эффектом. Рекомендуется чередовать с программой питания при склонности к отечности лица. Для начала процедуры нажмите кнопку «Начало воздействия». Подберите мощность воздействия с помощью клавиш «Мощность плюс» и «Мощность минус». Проведите процедуру. По окончании процедуры раздается звуковой сигнал и аппарат прекращает воздействие. Снимите с лица электрод-маску, затем удалите косметическую маску. Отсоедините провод от электрода маски и от аппарата. Снимите аппарат с руки. Удалите остатки косметической маски теплой водой и вытрите лицо. Обработайте электрод маску и электрод манжету дезинфицирующим раствором. Протрите сухой салфеткой. Подробнее об использовании аппарата Диоден в космо можно узнать из инструкции по эксплуатации.